удача становится возможной в тот момент, когда вы действительно подготовили ее приход. Вы должны сначала подготовиться к тому, что вам повезет. Потому что возможности появляются действительно. Неудачи, возможности появляются из ниоткуда, так сказать. Они могут случиться и предложат что-нибудь интересное. А что ты-то в ответ предложишь? Будет ли у тебя чего предложить? И предложат ли тебе, если ты изначально чего-то не сделал? Если вы хотите, чтобы в вашей жизни удача вам сопутствовала, значит, вот поднимаете камень и долго, мучительно держите его. Вот. А когда она будет пролетать, прибиваете камнем, так сказать, чтобы эта возможность вами реализовалась.